Привет всем! Перед началом видоса скажу, подпишитесь на телеграм-канал, все ссылочки в описании, там скидки, купоны и лучший товар на Алиэкспресс. Сегодня у нас мега-мега сравнение одного МТК против трех снапдрэгонов. Сможет ли он выдержать такую мощную конкуренцию, посмотрим. И действующие лица у нас на сегодня это Redmi Note 8 Pro, Xiaomi Mi 9T, Realme 5 Pro и Xiaomi Mi 9 SE. Отличные телефоны, очень популярные телефоны. И Redmi Note 8 Pro на Helio G90T, Xiaomi Mi 9T на Snapdragon 730, Realme 5 Pro на 712 Snapdragon и Xiaomi Mi 9 SE тоже на 712 Snapdragon. По видеоускорителям здесь у Redmi Note 8 Pro Mali G76, то есть видеоускоритель от компании Mali, у Xiaomi Mi 9T Adreno 618, отличный видеоускоритель, у Realme 5 Pro и Mi 9 SE Adreno 616, это тоже в принципе очень неплохой видеоускоритель. Также нанометры важны для того, чтобы экономить батареи и давать максимальную производительность. В первом случае это 12 нанометров. Snapdragon 730 это 8 нанометров. Самое меньшее число, а самое меньшее значит самое лучшее. Realme 5 Pro на 712 Snapdragon 10 нанометров. И Xiaomi Mi 9 SE тоже 10 нанометров. И первое, что мы проверим, это скорость включения. Итак, мы одновременно включаем 4 наших девайса и ждем, кто из них будет первым. Победитель получает вот такой интересный значок, и это Redmi Note 8 Pro, на втором месте Xiaomi Mi 9T, а следующий момент это перезагрузка. Посмотрим, кто первый перезагрузится. По перезагрузке тоже Redmi Note 8 Pro пока МТК отжигает, друзья, и они идут на первом месте, потому что он победитель, быстрее всего он перезагрузился одновременно примерно с Xiaomi Mi 9T и Xiaomi Mi 9 SE и Realme 5 Pro самый последний. А далее прогоним два раза в Antutu тесты для того, чтобы разогреть процессор, и потом, когда он уже будет подвержен тротлингу, соответственно, мы сделаем контрольные замеры и сделаем следующим образом. Вначале у нас будет полуфинал, потом финал. Два телефона будут соревноваться друг с другом. Кто выиграет, соответственно, попадает в финал. И в финальной части соревнуются тоже два телефона. В общем, такая схема, вам должно быть все очень даже понятно. На удивление, в первом прогоне Xiaomi Mi 9 SE на первом месте. Это прям очень удивительно. На втором месте Redmi Note 8 Pro, на третьем Xiaomi Mi 9T и четвертый Realme 5 Pro. Кстати, скажу, что Realme из всего этого списка имеет 4 гигабайта оперативной памяти, у всех остальных по 6 гигабайт оперативной памяти, поэтому давайте будем делать на это определенного рода скидку, чтобы понимать, почему он иногда подтормаживает больше, чем остальные. Так вот, здесь Xiaomi Mi 9 SE победил, это очень удивительно. Давайте следующий тест в этом же тестере. Пока идут тесты, давайте проанализируем. Redmi Note 8 Pro выбил 283 тысячи баллов, Xiaomi Mi 9T 263 тысячи баллов. Кстати, когда Xiaomi Mi 9T перешел на 10 Android, он стал гораздо быстрее, гораздо шустрее и стал реально составлять очень большую конкуренцию Redmi Note 8 Pro по количеству баллов и, в принципе, по быстродействию. Далее Realme 5 Pro 220 тысяч баллов и Xiaomi Mi 9 SE 223 тысячи баллов. По второму прогону выигрывает Redmi Note 8 Pro, и второе место Xiaomi Mi 9T, третье место Xiaomi Mi 9 SE, ну и последнее место Realme 5 Pro. Третий тест мы запустим парами, по сути это полуфинал, то есть Redmi Note 8 Pro против Realme 5 Pro. Кто из них побеждает, соответственно, выходит в финал. И также пара Xiaomi Mi 9T против Xiaomi Mi 9 SE, тоже одновременно мы делаем тест, и кто из них побеждает, соответственно, выходит в финал. Друзья, пока мы продолжаем, не забывайте подписываться на этот канал, ставить лайкос этому видео и голосуйте, конечно, за кого вы, кто из этих телефонов самый быстрый, кто победит. Мне интересно узнать ваше мнение, но результат вы, в принципе, увидите в конце. В первой паре выигрывает Redmi Note 8 Pro, в принципе, что очень даже нормально, а вот во второй паре, на удивление, выигрывает Xiaomi Mi 9 SE, и он выходит в финал. То есть четвертый тест будет проводиться между Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi 9 SE, то есть это пара победителей, по сути. Битва за третье место у Xiaomi Mi 9T и Realme 5 Pro. Давайте прогоним последний тест в Antutu. Итак, у нас идет битва за первое место и битва за третье место. Давайте же посмотрим на результаты.
на удивление победил в этой паре Xiaomi Mi 9 SE. Очень удивительно, по скорости он просто быстрее справляется. Но, друзья, в этом тесте будет не только AnTuTu, но и другие тестеры, которые выявят на самом деле самый быстрый телефон из всех представленных. Либо это будет на MTK, либо на Snapdragon. А во второй паре за третье место победил Xiaomi Mi 9T. Но чтобы наши тесты были более адекватные, давайте мы следующий бенчмарк прогоним. Это у нас Geekbench. Значит, везде стоит последняя версия, и здесь тоже мы посмотрим на результаты. А тоже мы это делаем парами: Redmi Note 8 Pro против Realme 5 Pro в начале и Xiaomi Mi 9T против Xiaomi Mi 9 SE. А во второй паре быстрее Xiaomi Mi 9T, и он является победителем в этой паре. А в первой паре Redmi Note 8 Pro. И в финал попадает Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi 9T. Соответственно, между ними мы прогоняем еще один тест. И битва за третье место между Realme 5 Pro и Xiaomi Mi 9 SE. И вот в Geekbench, по сути, выиграл Xiaomi Mi 9T. По скорости он самый быстрый в Geekbench. Смотрите, у нас очень сильно разнятся показатели в зависимости от бенчмарка. Поэтому мы еще и в третьем бенчмарке измерим. Но, в общем, в этот раз победил Xiaomi Mi 9T, Redmi Note 8 Pro на втором месте и Xiaomi Mi 9 SE на третьем. Четвертое место у Realme 5 Pro. И видно, что 2 гигабайта оперативной памяти этому телефону не хватает для того, чтобы в итоге тоже занимать почетные высокие места. Следующий у нас бенчмарк называется GFX Bench. Он очень долгий, соответственно, здесь будут тоже интересные результаты, потому что алгоритмы у этого бенчмарка совсем другие, нежели чем у AnTuTu и у Geekbench. Очень интересно, какие результаты будут здесь у этих телефонов. Итак, здесь тоже в первой паре Redmi Note 8 Pro и Realme 5 Pro. В итоге Redmi Note 8 Pro выиграл, но совсем-совсем чуть-чуть у Realme 5 Pro. GFX Bench, Realme 5 Pro чувствует себя очень прям прилично и хорошо. Видно, что здесь процессор вытаскивает, и, скорее всего, оперативной памяти здесь нужно совсем немного. А вот во втором случае побеждает Xiaomi Mi 9T, это тоже прогнозируемо. Получается, в финал у нас попадает два телефона, Xiaomi Mi 9T и Redmi 8 Pro. А за третье место борется Realme 5 Pro и Xiaomi Mi 9 SE, который в этом тесте оказался самым медленным. А в этом бенчмарке победил Xiaomi Mi 9T, и он быстрее справился, причем Redmi Note 8 Pro видно, что устал, процессор, скорее всего, нагрелся, и он даже стал, по сути, уступать нижней паре, которая начала этот тест гораздо позднее. И Realme 5 Pro в этом тесте справился очень даже здорово, друзья, он победил Xiaomi Mi 9 SE. Смотрите, разные бенчмарки показывают нам совершенно разные результаты. И мы видим, что в лидерах, конечно, остаются Redmi Note 8 Pro и Xiaomi Mi 9T, но этот тест показал, что Realme 5 Pro тоже, друзья, очень неплохо борется за свое место под солнцем. А дальше скорость открытия приложений. Стандартное приложение AliExpress, и запустим его. Соответственно, какое приложение будет открываться быстрее, получит соответствующий значок. В первом случае оказался Redmi Note 8 Pro быстрее, чем Xiaomi Mi 9T. В другом случае Xiaomi Mi 9T оказался быстрее, то есть плюс-минус они где-то на одном уровне по скорости, и, друзья, это же в одном случае MTK, в другом случае это Snapdragon. Следующее приложение — это Chrome. И здесь у нас тоже получается Redmi Note 8 Pro немного быстрее по скорости, а скорости загрузки веб-сайта. В другой паре проверим Chrome, и здесь, по сути, результаты почти что одинаковые, как в одном, так и в другом случае. Но в конечном счете Xiaomi Mi 9 SE быстрее, если вы открываете следующую страницу. Следующее приложение — это TikTok. Открываем, и здесь Redmi Note 8 Pro на какие-то доли секунды, но открывает все-таки это приложение быстрее. А далее скорость открытия игр. Здесь мы возьмем игру New and Tasty, и давайте первую пару запустим. Это Realme 5 Pro и Xiaomi Mi 9 SE. Здесь скорость быстрее у Xiaomi Mi 9 SE. А, соответственно, мы идем к следующей паре Mi 9T и Mi 9 SE. Кто из них окажется быстрее, соответственно, будет соревноваться с Redmi Note 8 Pro. Ну и здесь очевидно Mi 9T гораздо быстрее, потому что и более мощный процессор, и видеокарта более мощная. Ну и давайте сравним Redmi Note 8 Pro и Mi 9T. Один на Snapdragon, другой на MTK, друзья. И интересно, что результаты у них почти что одинаковые. Но кто же выиграет?
При первом запуске Redmi Note 8 Pro на какие-то доли секунды оказался быстрее. При следующем запуске, по сути, одинаковые результаты. И Redmi Note 8 Pro, и Mi 9T открыли эту игру одинаково. А далее давайте попробуем загрузить Real Racing. И здесь первый оказался Redmi Note 8 Pro. И еще разок, а в этом случае оказался Xiaomi Mi 9T. То есть, по сути, два этих телефона одинаковые по скорости плюс-минус, хотя у одного отличный Snapdragon, а у второго, ну, непривычный многим из нас МТК. А еще раз откроем игру New and Tasty. И здесь результат опять показывает, что Redmi Note 8 Pro быстрее в данном случае. А к чему, друзья, этот тест? К тому, что компания МТК, в принципе, при наличии очень хорошей прошивки от компании Xiaomi, а компания Xiaomi неплохо поработала над MIUI 11 для этого телефона, телефончик ускорился, телефончик держит батарею гораздо лучше, чем это было, и смотрите, МТК мы сравниваем с отличным Snapdragon 730, друзья, и он, по сути, ни в чем ему не уступает. Для, конечно, компании МТК это большой прогресс, хотя жор батареи у этого процессора гораздо больше, чем у компании Qualcomm, но все-таки прогресс очень даже очевидный. Друзья, всем хорошего настроения. С вами был я, Эдскрайбер. Всем пока-пока.